Понедельник, 28 марта, здесь варенье Ерофей. Хабаровский «Сканефтяник» в ответном матче битвы за бронзовые награды чемпионата России по хоккею с мячом Суперлиги должен был сразиться не с кем угодно, а с московским «Динамо». Но, увы, хоккея не будет. «Сканефтяник» впервые в своей истории стал обладателем бронзовых наград по почте. Такое письмо накануне Федерация хоккея с мячом России разослала участникам матча за третье место. Исполком Федерации большинством голосов принял решение об отмене игр 25-28 марта и вручении медалей хабаровчанам и москвичам без борьбы. А золото 26 числа в Иркутске разыграют местная «Байкал-Энергия» и красноярский «Енисей». Учитывая то, что иркутян знатно измотал в полуфинальной серии из 5 матчей наш «Сканефтяник», шансов на то, что в итоге чемпионом станет кто-то другой, кроме «Енисея», немного. Хотя в условиях, когда некоторые медали раздают без борьбы, все может быть, но только не в хоккее с мячом. Этому обстоятельству не рады, но все равно поздравляют «Сканефтяник» с бронзовым отливом. Сергей Щербаков и Денис Лесников для программы «Настоящее время».